перед нами стоит ответственная задача – утеплить балкон максимально простым и надежным способом. Для ее решения мы возьмем инновационный материал, разработанный специально для балконов и лоджий – утеплитель Logic Pier Балкон. На первом этапе мы подготовим стены, пол и потолок к дальнейшей работе. С поверхности стен нужно удалить старую осыпавшуюся штукатурку, гвозди, торчащие концы арматуры и другие дефекты, нарушающие ровность основания. Для выравнивания пола существует несколько решений. Одно из них – это создание обрешетки с переменной высотой брусков. Процесс является довольно трудоемким и кропотливым. Также возможно выравнивание цементно-песчаной смесью. Такой способ не применяют в холодное время года, да и процесс довольно грязный. И, наконец, сухая стяжка. В зимнее время вариант очень распространен, поскольку не подразумевает мокрых процессов и максимально быстрый. Мы выровняли пол с помощью сухой стяжки. Переходим к утеплению балкона. Начнем со стен, затем на потолок и закончим полом. Крепим теплоизоляционные плиты Logic Pier Балкон при помощи пластиковых фасадных дюбелей из расхода 2 штуки на одну плиту. Это временная фиксация. Окончательное крепление выполним с помощью направляющих под финишную отделку. Можно заменить дюбели обыкновенной монтажной пеной, но мы предпочли более быстрый вариант. Проклеиваем стыки плит алюминиевым скотчем. Это делается для того, чтобы получить герметичный паронепроницаемый слой, надежно предохраняющий всю стену от увлажнения паром из жилого помещения. Благодаря плотной кристаллической структуре, фольга утеплителя позволяет полностью отказаться от пароизоляционных пленок. Монтаж утеплителя на потолок осуществляется так же, как и на стены. Плита Logic Pier Балкон очень легкая, она весит меньше 1 кг. Каждая плита оснащена специальным торцевым замком, чтобы избежать щелей на стыках утеплителя. В зависимости от выбранного типа финишной отделки, к обрешетке можно крепить стеновые панели, вагонку или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или поклейкой обоев. 2 дня трудов, и ваш балкон готов.